Всем привет, дамы и господа. Сегодня у нас на рассмотрении вот такой небольшой вот пакетик. Пакетик, в котором, как мы это называли, находится штучка для петлички. Вот сама по себе петличка. Вот в прошлый раз вы видели, что я покупал, делал обзор вот на такую вот, на такой переходник для петлички непосредственно. Смысл именно в том, что вот здесь два контакта на самой петличке. Вот здесь находятся два контакта. Так, так мне надо как-то, наверное, вот сюда посочнее здесь, чтобы было. Вот, повторюсь, на самом контакте петлички. Так, секунду. Да, телефон сигнализирует. Три контакта, а на переходнике 4. На телефоне у нас тоже 4 контакта, именно поэтому вот эта петличка, просто вот эта петличка без переходника не работает без вот этого. Но в то же время есть у нас и другие переходники, и, собственно говоря, в этом пакете лежит другой переходник. Давайте для начала я сделаю сначала, вот говорю с вами без всяческих манипуляций, с петличками. Сейчас я подключу, значит, петличку. Давайте попробуем. Включаем переходник сначала, естественно, и после этого в гнездо микрофона подключаем сам микрофон. Звук должен измениться. И что, исходя из того, что как бы я прослушивал это, ну, звук с этой петлички, с этого переходника, я увидел для себя некие недостатки, и они явно выражены. То есть недостатки заключаются именно в том, что здесь какая-то приглушенность идет. Поэтому я заказал себе другой. Ну, собственно говоря, я заказал еще два, но пока пришел только один. Выглядит он вот таким образом. Дело в том, что тот, который я только что вам показывал, он буквально был... Он длинный такой и, соответственно, мягкий. Этот же выглядит вот так. Вот такая вот коробочка от фирмы. Может, это не фирма даже, я не знаю, поэтому ладно. Не, ну, скорее всего, фирма Vention. Вот так вот это выглядит. На паузе, кому интересно будет, посмотрите. Вроде как Гонконг. Соответственно, такая хорошая коробочка. Пришло, кстати, пришло, как обычно, не быстро, не медленно, средне. Вот, ну и что, коробочку сразу видно тут. Ух, 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 что у нас тут такое? Как-то довольно сложно ее открыть, но, несмотря на это, мы будем это делать. Итак, здесь у нас находится вот такая вот штучка. Ну, собственно говоря, это все мыльный пузырь большой, да? Просто вот такая вот фигня. Здесь находится внутри эта штука. И опять же, как и у всех, написано что-то 100%, какая-то муйня. Все это хрень собачья, которая по большому счету нам не нужна. Ну, разве что для какой-то там гарантии. Хотя никакой гарантии, конечно, мы не пользуемся. Просто пишем, допустим, в комментариях о том, что нам что-то не подходит. И на этом, собственно говоря, все. Нам возвращают или деньги, или нет. Итак, посмотрите. Пришла вот такая вот штучка, довольно красивая, симпатичная. Значит, здесь логотип Vention. По-немецки Vention. А по-английски, наверное, Vention или Vention. Ну, короче, хрен его знает. Я учил немецкий. Значит, вот здесь вот какая-то пупырка идет у нас. Вот здесь вот, вот в этом месте. Сам он золотого цвета, то есть под золото сделан. Металлический непосредственно штекер этот. Ну и опять же два разветвления. Ну, сделано все довольно приятно. И давайте мы сейчас переключимся. Опять же, сейчас я как бы это мне сделал. И вот так вот, по идее, мы должны его слышать.
Итак, вот таким пришел. Я, правда, не знаю, здесь можно переключать непосредственно на нем, как вы видите, и микрофон, и наушники подключать. Ну, по большому счету, мне нужно было для записи видео, поэтому именно поэтому я заказывал именно себе вот такой. Однако, я себе еще приобрел разветвитель аудио. В следующий раз вы увидите там непосредственно два наушника. Но это уже будет другая история. А на данный момент, друзья, спасибо, что посмотрели. Кому было интересно, задавайте вопросы. Ссылочка будет непосредственно по вашему запросу в описании, если вам это будет интересно. Ну и все, друзья. Всем спасибо и удачных выходных, удачных дней. Все, пока.